каких направлениях наша наука развивается наиболее успешно? Ну, я думаю, что это машиностроение, может быть, космические технологии. Вот. Ну, я так думаю, что, наверное, какие-то определенные достижения имеются у гуманитариев. Наука о науке, которая не имеет научного, практического выхлопа. В этом-то мы и развиваемся. Здравоохранение, мне кажется, там тоже какие-то уже есть новшества. Какие-то там и нанотехнологии, все применяется. Очень хотелось бы верить, что в каких-то развивается. И в каких-то даже успешно. Исследования более направлены к реальному производству. Строительство, я считаю. Медицина, в принципе, довольно-таки успешно, много внедряется сейчас. Единственное, что минус, как бы, заработная плата тем, кто занимается научной деятельностью, как бы, не соответствует. Поэтому многие люди уезжают за рубеж. Как бы, это вот минус. А в целом, как бы, ну, развивается. Медленно, но уверенно. В агро. У нас только бульбу выращиваем. Что мы еще делаем? Я не знаю, где мы, что мы еще. Ну, мазы еще строим, может, в механике нормально там идет. У нас сугубо практичная. Ну, нефтепереработка. Может быть, телекоммуникации, информатизация. Мне бы очень хотелось, чтобы наша наука, ну, если так можно сказать, развивалась в сторону архитектуры в большей степени.